когда садить семена щавеля, как подготовить семена и землю. Слушайте в сегодняшней аудиостате, как вырастить щавель из семян дома и пересадить в открытый грунт. Щавель используется в кулинарии для приготовления насыщенных витаминных зимних блюд и летних со свежей кислинкой. Большинство огородников получают щавель на участке с начала весны, активно используя его в домашних целях или продавая на рынках. Перед тем, как начать лакомиться посадками, нужно правильно прорастить их из семян. Как вырастить щавель из семян? Первое. Подготовить семена к посадке. Второе. Приготовить почвенную смесь. Третье. Посадить и прорастить. Четвертое. Выбрать место на огороде. Пятое. Ухаживать за семенами щавеля. Сроки посадки щавеля разнятся от региона к региону, поэтому предлагаем вам воспользоваться вариантом проращивания семян щавеля дома, а затем пересадить в открытый грунт с приходом тепла и прогреванием земли на участке. Вы не потеряете время, а наоборот выиграете несколько недель развития, чем если бы сеяли прямиком в грунт. Обычно посадка саженцев проводится с середины апреля, но практикуется и летний вариант посадки в июле. В последнем случае собирать полезную зелень придется на следующий год. Место посадки оборудуют таким образом, чтобы было много света. Использовать лампы дневного освещения на расстоянии 60 см от посадок. Помещение не должно быть чрезмерно теплым. Достаточная температура воздуха плюс 20 градусов, минимальная плюс 7. Щавель выдерживает понижение температуры до плюс 5, поэтому его можно размещать на балконе, освобождая комнаты. Почвенная смесь для посадки. Торфяная, слабокислой реакции, как вариант с углинистой смеси. Землю пропаривать до посадки семян, разделить на траншеи, в которые засыпать семена на расстоянии 1 см друг от друга на глубину около 1 см. Расстояние между посадками 4 см. Высадка проводится в пролитую водой почвенную смесь. Семена присыпаются сухой просеянной землей, смешанной с перегноем в равных пропорциях. Сверху накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить до появления первых саженцев. Как только зеленые ростки проклюнутся, снять пленку и установить температуру воздуха на отметках 18-20 градусов. Регулярно поливать и рыхлить почвенную смесь. Начинать подкармливать разведенным в воде минеральным комплексом удобрений, подготавливая рассаду к высадке в открытый грунт. Пересадка щавеля в открытый грунт весной. Посадка на расстоянии 20 см между рядами и 5-10 см между самими саженцами. Почвенная смесь также слабой кислой реакции. Регулярно проливать водой и прореживать саженцы, рыхля землю между грядками. Дальнейший уход за щавелем на участке. Постоянно поливать, чтобы побеги щавеля не сушались. Рыхлить землю между посадками. Не перекапывать глубоко, иначе повредите корневую систему. Присыпать землю сухими опилками после обработки. Вносить минеральные и органические подкормки. В последнем случае можно использовать собранные или перекрученные сорняки, либо коровяк из расчета по одной части ингредиента на 10 частей воды. Поливать по грядкам. Затем рыхлить землю на несколько сантиметров. Добавлять между рядами посадки по 200 грамм древесной золы. Дополнительная подкормка минералами и защита от развития болезней. Срезать щавель, как только листья подрастут. Проводить обрезку в утреннее время, менее травматично для растений и вкуснее для нас. Оставлять небольшие ростки до 5 см, которые потом можно подкопать или прищипнуть, но с корнями не вырывать, повреждаются соседние. Собирать только хорошо развитые листья. Пишите в комментариях, как прошло выращивание вашего щавеля из семян и делитесь советами из личного опыта ухода за щавелем. Помните, что нужно подписаться на канал Тренд Инфо, чтобы получать интересные обновления.